Водитель «Мерседес» не уступил дорогу автобусу «МАЗ» и опрокинул его. Три человека погибли на месте. Сегодня около 7:15 в Пружанском районе, по предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автобусом «МАЗ», который двигался по главной. От удара автобус опрокинулся. В салоне находилось 12 человек. В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Мерседес» и два пассажира автобуса. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.